И опять новый коллекционный вариант. Эксклюзивный, засекреченный. С большим трепетом отношусь к таким вещам. Особенно вот эта леди. Я специально подберусь. Зум не позволяет передать все элементы. Ну, поверьте мне, это все-таки Германия. А это Советский Союз. Как всегда, лыжники, фуфлыжники, ну и пионеры. Это очень редкие вещи. И только с разрешения хозяина мне предоставлена возможность это снимать. Где это снимается? В Швейцарии. Почему? Ну, потому что